Здравствуйте, меня зовут Маргарита Большакова. Сегодня я вас познакомлю еще с одним очень интересным блоком. Если у вас остались какие-то лоскутки или от чего-то ткани, вы можете собрать их все в кучку, нарезать квадратики, и я вам сейчас покажу, как можно быстро и очень красиво сшить вот такой блок. Для образца я нарезала вот такие квадраты. Вот какие у меня лоскутки были, такие я и нарезала. Вот, пожалуйста, смотрите, 4 одинаковых совершенно квадратика. Я подобрала по цвету, и центральный квадратик у меня будет вот такой яркий желтый. Что я сейчас буду делать для того, чтобы сшить очень быстро такой блок? Я беру средний квадрат, сворачиваю вдвое, видите, сгибом вверх, сгибом вниз. Я кладу на один квадрат. Смотрите, вторым я прикрываю. Вот это у нас лицо, несмотря на то, что это у нас однотонная ткань. И я беру, прошиваю от начала до конца. Вместе все квадраты. И вот что у нас получается. Смотрите, вот я сшила наш сложенный вдвое наш квадратик, сшила между двух квадратов салатового цвета. Теперь я другой конец нашего с вами сложенного вдвое квадрата накладываю на другой квадратик. Это тоже у нас лицо как бы вверх, так? И накрываю другим квадратом. И точно так же я беру и прошиваю от начала до конца. Следующую сторону мы сшиваем. И вот в результате что у нас получается. Обрезаем ниточки. И вот смотрите, у нас эти две ткани и эти две ткани. Вы видите? Вот таким образом. Вот что у нас приблизительно получилось. Так, теперь мы берем, соединяем вот таким образом ткани. Видите? И у нас наш с вами желтый квадрат остается в серединке. Мы берем, закрепляем иголочками края. Так. Видите, я сначала соединила края, расправляю квадратик. Вот таким образом. Мы прошиваем до конца. И все, наш блок готов. Теперь смотрите, что у нас получилось. Вот, мы вот так разворачиваем. И у нас получается вот такой красивый блок. Смотрите, у нас здесь получаются косые срезы, так, на этой ткани. Мы с вами можем оставить вот в таком первозданном виде наш блок. А можем с вами вот таким образом загнуть наши стороны нашего внутреннего квадрата, так, закрепить иголочкой вот таким образом. И можем украсить наши с вами вот эти края, можем декоративной строчкой, можем прошить вручную потайным швом. Главное, что это сделано вашими руками. Всего доброго, до свидания.